Очистные в Звенигороде работают с 1986 года и обслуживают всю территорию города. Конструкции давно устарели, мощности сооружений не хватает. Ситуация обострилась этим летом. Местные жители задыхаются от неприятных запахов. Власти экстренно бросили все силы на локализацию проблемы. Уже проведено множество мероприятий, в том числе это обработка первичных отстойников, аэротенков и иловых карт реагентами для предотвращения запаха, который образует пленку. Данная обработка регулярно повторяется для того, чтобы пленка сохранялась. На данный момент износ оборудования на очистных составляет более 90% и требует полной модернизации. Пока программа утверждается, делается все для так называемой «быстрой победы», резюмировал глава. Все, что нам рекомендуют эксперты и технологи, мы обязательно сделаем. И даже если какие-то из запланированных мероприятий не дают максимального эффекта, мы не останавливаемся, идем дальше и экспериментируем. Уже накрыты первичные сооружения, поставлены фильтры, ведется монтаж аэрационной системы, установлен комплекс контроля загрязнения воздуха. Жители отметили, неприятных запахов стало меньше, но до конца они не исчезли. Мы, когда сейчас зашли на территорию очистных, безусловно, как нам кажется, запах стал меньше. Более того, вот мы сейчас стоим, и он идет волнами. То есть мы в какой-то момент не чувствуем совсем ничего, и, скажем, запах достаточно нейтральный. А вот в данный момент, я говорю, как раз опять вот пошла волна, и запах ощущается достаточно острый. Инициативная группа ежедневно мониторит ситуацию, посещает очистные, оценивает проделанную работу. Глава муниципалитета тесно общается с жителями, обсуждает возможные варианты решения. Держит этот вопрос на личном контроле. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».